Праздник детства, добра и семьи. В Люберцах состоялся творческий фестиваль «Радуга», посвященный Дню защиты детей. Более 200 малышей выходили на сцену. За выступлениями маленьких артистов наблюдала наша съемочная группа. Сегодня мы с вами проводим ежегодный, традиционный уже ставший фестиваль детского творчества. Буквально через 2 дня наступит лето, долгожданная пора. Дорогие, я вам желаю счастья, крепкого здоровья желаю. И, конечно же, много-много интересных событий в течение всего лета. В этот раз площадкой для выступления стал инженерно-технологический лицей. В Люберцах первый фестиваль детского творчества «Радуга» прошел в 2006-м и с тех пор стал традицией. Для детей и воспитателей ежегодный концерт – возможность подвести итоги учебного года. Для детей это большая радость, готовятся, они очень ждали этого дня. И сегодня многие рассказывают, что встали в 7 утра, в 6 утра спокойно, с легкостью, побежали краситься, причесываться, одеваться. Это огромное. Огромный праздник для детей, и я считаю, что должно быть побольше таких мероприятий для деток. В этот раз фестиваль приурочен не только ко Дню защиты детей. 2024 объявлен годом семьи. И на сцене малышам помогали родители. Семья Кондрушиных к выступлению подошла ответственно. Подготовили костюмы и придумали танец. Я хочу сказать, что семья – это самое большое счастье и самое настоящее богатство. Берегите друг друга. А как же без отцовской поддержки? Это же все-таки семья. Вот. Тем более дочка первый раз на сцене, поэтому и мама в том числе. Поэтому просто не было выбора в хорошем смысле этого слова. В фестивале приняли участие 18 дошкольных отделений общеобразовательных учреждений. В танцах и песнях больше 250 малышей показали свои умения. Мы станцевали хорошо. Мне понравилось, мы старались, мы готовились. В целом, все хорошо. Номер называется «На цветочной поляне». Он был про то, что цветочки танцуют там свой цветочный танец, а я такая бабочка, еще у меня жук есть. И у нас еще есть 2 пчелки, это наши дочки. Как будто бы жук – это мой муж, а цветочки – это просто так. На этом фестивале каждый ребенок смог почувствовать себя настоящим артистом. После выступления зрители щедро награждали аплодисментами, а участники получали грамоты и подарки. Анастасия Кладинова, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.